Советская и российская актриса Инна Чурикова лежала в больнице с переломами за 2 недели до попадания в реанимацию. По информации издания, 6 июля Чурикова поступила в хирургическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости. Отмечается, что она получила травмы в результате внезапного падения. По словам врачей, причиной падения актрисы могут служить возрастные проблемы со здоровьем, в том числе множественные кисты головного мозга. 20 июля сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. 78-летняя артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. Однако позже директор Линкома Марк Варшавер опроверг эту информацию.